Всем привет! Вы на канале НКХ, с вами, как всегда, Александр. И сегодня я предлагаю вам рассмотреть несколько вариантов безвоздушных распылителей краски, простонародье краскопультов. В данный момент на рынке вы можете приобрести огромное количество краскопультов, например, как этот. Такие, как правило, используют мебельщики и автомаляры, так как в данный краскопульт невозможно загрузить большое количество краски. Это небольшой краскопульт мембранного типа. Привод у него 220 вольт. Мембранные аппараты по сравнению с поршневыми, которые мы рассмотрим чуть позже, намного тише, но и мощность у них заметно меньше. Также мембранные аппараты по сравнению с поршневыми намного проще в обслуживании. Обратите внимание на качество покраски детали. Нет ни подтеков, никаких воздушных пузыриков. Сейчас детали высохнет, и мы посмотрим, как все прокрасилось. Вот такой вот результат мы имеем в итоге. Замечу, это за один проход. Очень качественная покраска. А сейчас я вам предлагаю рассмотреть работу более мощного, уже производственного безвоздушного краскопульта. Это уже аппарат поршневого типа, мощностью 4 кВт. Минусом данных аппаратов является то, что раз в 3 часа в поршень нужно будет добавлять масло. Также эти аппараты более шумные, зато, как видите, они более производительные. Как всегда, под видео я оставлю ссылочки, где можно приобрести аппараты различных типов. Их можно приобрести как на AliExpress, так и в наших маркетплейсах. Надеюсь, видео было вам полезным. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока и до новых встреч!